скоро. А скажи, Андрей, а ты такой вот позитивный, энергичный, ты заряжаешь себя как-то, или ты вот по жизни такой человек? Это вопрос про наркотики? Нет, это вопрос о том, что как-то морально себя с утра настраивать можешь, кофе тебе помогает. Вот я так не могу. Короче, наверное, каждый человек по-своему ведет себя все равно, когда он находит что-то для него приятные вещи, он себя бодрит такими. Это может быть со спортом связано, может быть связано с любимым человеком, с любимым занятием. Какое вот, например, какое сейчас любимое происходит? Занятие? Петь. Прикинь, я вот всю жизнь любил петь. С детства, сколько себя помню. Даже когда не умел? Я, наверное, никогда и не умел. Я никогда не учился. Я люблю заниматься, то есть вот настроение, и я думаю, не только у меня, а у всех, настроение поднимается, когда ты занимаешься чем-то, что у тебя получается. И ты этим можешь делиться с людьми. Поэтому сегодня вот именно та ситуация, которая мне нравится, потому что. А как-то больше не хочется развиваться, потому что иногда ты вот что-то делаешь постоянно, что тебе нравится, а потом бац, как-то хочется на новый уровень перейти уже. Или ты уже так много пережил, что некуда переходить. И вот тут ты права, тут как раз дело в том, что ты переходишь с одного уровня на другой, на третий, на четвертый, и после этого уже хочется либо ты должен положить все яйца в одну корзину и заниматься только этим. Либо для себя. Либо, да, либо ты завязываешь и ищешь какие-то другие интересы. Потому что после того, как я раньше думал, что все, я буду только музыкантом и никем больше. Я с трех работ уволился. Я наплевал на высшее образование на свое в определенный момент жизни. Просто, для того, чтобы заниматься музыкой. И при всем при этом, мне на данный момент кажется, что очень много у человека существует много путей развития. В каждый момент, во всяком случае, пока, вот мне еще 33 года, и вот пока я еще эти пути развития с нуля еще вижу везде. То есть мне, вот недавно мы с друзьями испробовали на себе фридайвинг. Это реально классно. Ну, то есть вот когда ты ныряешь без всего, а вот просто на задержке дыхания. Или, например, вот реально есть, а вот тот же самый туризм. Ты знаешь, вот, развиваться можно во все направления, и это очень-очень интересно. И возвращаясь к начальному твоему вопросу, все биохимия, все наркотик. Я почему сказал про наркотики? Потому что все наркотик, все эндорфин, все вот именно то, что у нас внутри. Если ты находишь себя в чем-то, внутри у тебя возникает механизм подкрепления этого. Эмоционального подкрепления. То есть в тебе возникают эндорфины, энкефалины, вся эта биохимия, которая тебя прет. Прямо конкретно прет. С большим удовольствием. И главное — сложить яйца в одну корзину. А насчет сложить яйца в одну корзину, реально говорю, либо я должен был очень много, очень на многое наплевать, на всю свою, все. И стать одним из десятков тысяч хорошо поющих вокалистов. То есть мне по логике показалось, что я много чего еще другого в жизни люблю делать, не только петь. Да и правильно, ты правильно говоришь, нужно идти сразу по нескольким дорогам, потому что если вдруг ты сделаешь ставку только на что-нибудь одно, да, и волю в каком-нибудь случае, допустим, голосовые связки, повредишь или что-то, да, больше этого не будет. Ну, как, например, человек работал 40 лет за станком, да, потом пальцы себе опилил, что ему дальше делать? Понятно? Это все внешние факторы как-то влияют. А если человек сам уже ему начинает немножко надоедать, и все уже, не то, погасает. Я согласна с тобой. Мне еще очень понравилось на данный момент сейчас себя ощущать, что я очень хорошо в свое время занимался именно вещами, которыми нужно заниматься в это время. То есть вот в 33 года начинать
заниматься чем-то рок-н-ролльным, начинать это вообще глупо. Всем привет, ребят! Привет, Наташка. Там есть привет, счет, короче. Привет, Андрюш, здорово. Привет, Сереж. Привет. Нифига себе. Здорово. Тогда... Ну все, давайте начнем. Про таких, как ты, ребят, кто себе не друг. Ссоры из-за ерунды, ревности нытье будут вечные следы собственности. Моль, они не вируй, я испарить даже не пытайся. Пусть она стоит на своем, молчи, терпи, не защищайся. Ей что-то в голову придет. На задних лапках теперь ты собственность ее. Удачи, тряпка. Думал, что нашел любовь, насмешил друзей. Помнишь, был на сей готов, ты кофе ей в постель. А теперь до пенсии слушай день за днем. Муля, не нервируй ее, и спорить даже не пытайся. Пусть она стоит на своем, молчи, терпи, не защищайся. Ей что-то в голову взбегет, пишешь на задних лапках. Теперь ты собственность ее, удачи, тряпка. Ласки заслужи, да, снап по бабке. И к чему такая жизнь в бабьем кулаке? Не скажешь ей, стопа поперёк. Поздравляю ты теперь, ей собственность её. Муля, не нервируй её, и спорить даже не пытайся. Пусть она стоит на своём, молчи, терпи, не защищайся. Ей что-то в голову взбредёт, бежишь на задних лапках. Теперь ты собственность её. Ух ты, Юра знает. А я что-то там поеду. Да, и у нас сейчас тишина, неформальная и метро вообще. Давай, вот мне как раз Юрик звонит, а ты попоешь. Сейчас Сережка из «День рождения инфанты», «Три в одной», и Сережка споет три песенки. Кто знает, ему подпевать, то микрофон свободен. А можно побольше, мы только подошли. Еще что-нибудь по песне? Да, поем, еще же много песен. Вот хорошо. Так, я должен, короче, пройти. Да что ж ты отсюда? Юрка звонит. Здравствуй, я говорю привет. И как твои дела? Лишь тишина в ответ, я не сошел с ума. Ведь я другой, мой мир не идеален. Внутри я не формален, я не такой, как ты. Впрочем, все нормально, ты тоже не формально. Сжигай мои мосты. Останься со мной, мы будем видеть сны. Останься со мной, останься со мной. Здравствуй, ну что же ты молчишь, ведь не идешь домой. Здравствуй, ну что с тобой, малыш, ведь этот город мой.
нем я другой. Мой мир не идеален, внутри я не формален. Я не такой, как ты. Впрочем, все нормально, ты тоже не формально. Сжигай мои мосты. Все же свои. Точно, расслабиться не получается как-то. У меня такой вопрос, а почему у тебя штаны дрявые? А протерли, здесь сумка у меня была. Где она? Долго протерлась. Протерлась. А сумка от ноутбука? Ну, сбоку сумка была. Она такая тяжелая была, что терлась? Ну, как-то да, она все время трется, трется и протерлась. С этой стороны нормально. Все никак не решили. Да. Ну, с одной стороны проветривается. Это же хорошо. Яйца в корзине. Ну, конкретно. А что ты еще нам сегодня споешь? Так, еще одна песенка. Но я что-то все, блин, забыл как-то и... Ну, где-то, может, забуду что-то. Вообще-то у меня здесь подсказка есть. Сейчас я отлистну, вдруг, если можно... А, можно спеть песенку, вот, следующую песенку, может, вспомню. Сейчас, одну секундочку. Что стало с той Катей, Серега? Вот. Открой секрет. Так, так, Катя... Она что-то... здесь среди нас, эта Катя? Да нет, уехала и... Что-то я подвлюбился в свое время. Вот первый куплет успел написать, потом разошлись и пришлось дописать второй куплет. Пришлось. Вот. Ну, а так в целом-то... Все ништяк вроде. Ну ладно, я не помню, где эта песенка, и будем вспоминать так на ходу. Песня называется «День независимости», группа «День рождения инфанты». У меня еще одно новое утро, еще один день, это война, еще одна песня.
песня написана мудро, это значит, что я выбираю тебя. Я не боюсь, я почти независим, небо уже под твоими ногами, в моей голове только несколько писем, но я выбираю. Я не боюсь, я почти независим, небо уже под твоими ногами, в моей голове только несколько писем, но я выбираю. Я не боюсь, и ты это знаешь, я ненавижу, но я стану и буду. Ты говоришь, не умираешь, это пизду, я почти независим. Я не боюсь, я почти независим, небо уже под твоими ногами, в моей голове только несколько писем, но я выбираю. Я не боюсь, я почти независим, небо уже под твоими ногами, в моей голове только несколько писем, но я выбираю, выбираю я. Эй, расскажи нам, а как так вышло, что ты попал в музыкальную тусовку? Или, как ты сказал, правильно сказать, индустрию? Может быть. Это слишком модно. Тусовку лучше сказать. И я о том же. Так не знаю, как-то обычно вот как попадает, просто с детства охота там, ну, научиться на гитаре играть, там, как-то так, наверное, и учишься, и, а чё бы не выступить, например, там, начинаешь выступать, не знаю, что-то лет 15, наверное. У Сергея очень интересный путь, можно о твоей профессии немножко сказать? Расскажи. Ладно. Просто Сергей совмещает творчество, сочинение песен, игре на гитаре с профессией мастера по трубам, вот, по счетчикам и по различным... Сантехник, короче. Сантехническим, да, прибамбасом. Мама, я вот. Сантехник. И это удивительно, потому что очень мало музыкантов-сантехников. Вот. Но кому-то надо сыграть на духовых. Молодец, Серега. Давай пой. Так, а тут у Андрей подошел. Уже, в принципе, можно зависеть. Да, тут вот есть. У нас новенькая песенка, называется «Тишина». Она спокойная, такая как раз. Лирическая? Лирическая, да. Тишина. Посвятите дам эту песню, ребят. Ну тут она как бы общая, наверное, что ли. Ну... А посвятим дамам. А посвятим дамам. Че, вот уже. Раз пошла такая пьянка, так. Безмолвия.
Очень красивая песня. У вас